Это медкомиссия в спортивную школу. Мой сын учится в спортшколе. И каждый год ему надо проходить медицинскую комиссию, ну, диспансеризацию. Вот здесь происходит диспансеризация. Кабинеты врачей. Там, шестой, типа, третий, там, четвертый, пятый. И, короче, все эти люди, они хотят попасть, каждый хочет попасть в каждый кабинет. То есть даются карточки, и надо пройти, короче, по всем кабинетам и заполнить все вот такие документики. Вот такие вот. Тут четвертый, второй, восьмой. Можете не снимать? Да, а то это самое, кто-нибудь увидит, не дай бог. Вот. И, в общем, такой бардак творится. Шум, гам, крики, люди пытаются занимать очередь в кабинет, но так как всем надо попасть в каждый кабинет, то получается, что люди занимают несколько очередей в разные кабинеты, путаница, ужасная, это самое, толчая, короче, неразбериха и ужасно душно, дышать совершенно нечем. Тут и взрослые, и дети все вместе, хотя ходила какая-то тетечка в белом халате, которая выглядит сотрудником этого учреждения. И она сказала, что типа взрослым здесь находиться не обязательно. И я считаю, что она права, потому что здесь, ну, нужно просто ребятам всем просочиться во все кабинеты и как бы, ну, не напрягаясь, без криков, потихоньку, просто в порядке живой очереди, ну, как-то не очереди, а как бы в потоке просто протечь по всем кабинетам. Но, к сожалению, это невозможно, потому что взрослые все портят. Они пытаются по своему стереотипу занимать очередь в кабинеты, и из-за этого возникает неразбериха. Вот такая вот у нас медицинская комиссия. Каждый год мы ее проходим, уже четвертый год, и каждый раз одна и та же история происходит. Причем эта система, она не меняется. Вань, что нам осталось? Ну, нам осталось что? На, отметь. Героический шестой взят. Шестой был самый, почему-то самая толчая была именно в шестой. Нам осталось всего лишь два кабинета. Второй три. И восьмой. Три. Еще второй посетить два раза после всех осмотров. Второй два раза? То есть давай сейчас восьмой тогда пойдем штурмовать восьмой. На штурм зоны 51 собираюсь. Вот медицинский работник приглашает всех родителей выйти и ждать в коридоре. И он прав. Но никто никуда не пойдет. Вот, потому что, ну, навести порядок без дубинки тут невозможно. Давай, к восьмому кабинету просачивайся. Все ближе и ближе. Давай. К цели. Давай. Кто последний восьмой? Не надо, не надо так делать. Просто подходи к двери и стой. Как только дверь открывается, сразу заходи. Я пошел туда, в коридор, и там буду ждать тебя. Так. Выйдите, пожалуйста. Иди во второй. Выйдите. Блин. Все, я пошел. Держи. Нет, я с собой забираю. Приставка ему мешает. Это он сидит лицом в приставке и не может сосредоточиться на очереди и на цели проникнуть в кабинет. Так что я подожду в коридоре. Ну вот такая вот штука происходит у нас. Ты какого-то мальчика видел? Вот иди потому что Петь, нам еще сюда, а мне надо успеть больше забрать. А туда, извини, доехать. В общем, бардак страшный. Сейчас я покажу вам, как выглядит это учреждение снаружи.
Вот оно. Врачебно-физкультурный диспансер. Спасибо. Вот. Видеонаблюдение, значит, видео. И, ну, бахил нету.